этот самолет я хотел сесть с самого начала, когда я только начал летать, потому что это самый большой самолет и настолько интересный, что всю я летал крайне 15 лет, и 15 лет я всегда хотел летать на 747. И тут мечта осуществилась. Есть большие самолеты, есть 3-7, есть 787, есть разные самолеты, замечательный самолет, но 747, он единственный самолет, который знают все. Самолет садится, все видят этот большой борт, 4 двигателя, его ни с кем спутать невозможно. Очень долго и, я не хочу сказать монотонно, потому что если нравится летать, то все это, вся информация берется с первого раза, но учиться долго и много. Дело в том, что после училища в Российской Федерации летчики идут на разные типы, и в основном, даже не то чтобы в основном, нету людей сразу с училища, которые садятся на 747. 747 считается, как и 3-7, и более большие самолеты, он считается самолетом для людей, которые полетали лет 10-15, которые были командирами или были инструкторами. Насколько у нас в эскадрилье, я не знаю ни одного второго пилота, который никогда не был капитаном на каком-нибудь другом типе. У меня получилась чуть-чуть другая история. В Российской Федерации я закончил экономический факультет и потом по обмену студентов уехал в Америку. Там учился на инженера, а после того, как я получил инженерное образование, проработал 2 года, мне стало скучно. Я решил летать. Я записался в летную школу, а летная школа, я учился 2,5, где-то 3 года, потому что у меня было образование еще до этого. И потом начал летать на всем маленьком, все, что с пропеллерами. Дальше ушли типы больше и больше. В конце концов получилось 747. То есть мы в школе сейчас все знают про самолеты Cessna 172, Piper'ы и все остальное. Потом, после окончания, я начал летать на Kinner, потом перешел на Saab, потом перешли уже на турбореактивные самолеты, CRJ, потом MD-80. И вот сама ступень градации пилота получается. Ты приходишь всегда в компанию, в основном приходишь всегда в компанию вторым пилотом. А вторым пилотом приходишь, летаешь в зависимости от компании, в зависимости от типа. Несколько месяцев, год, два, иногда ты можешь летать 10 лет, будучи вторым пилотом. Потом твоя градация идет на капитанское место. Там ты летаешь столько, сколько захочешь. Если ты захочешь на тип лучший, не то что лучший, а который больше тебе нравится, ты опять переходишь в другую компанию или на другой тип, но ты переходишь вторым пилотом. И вся жизнь, градация второго пилота капитана, потом следующие самолеты опять второй пилот капитан и далее, да. Самолет настолько большой и настолько интересный, к нему надо привыкнуть. Дело в том, что если в основном все самолеты весят 100, 150, 200 тонн, у этого взлетный вес 380, 395 тонн, в зависимости от компоновки. Огромный самолет, и к нему надо привыкнуть. Мы когда переучивались в Лондоне, инструктор British Airways, который переучил нас, когда мы сели в кресло первый раз, он сказал: «Добро пожаловать в самолет, на котором вы едете на пенсии». Мы повернулись и сказали: «Как это так? Есть 787, есть Аэробус 380, будет дальше новый самолет». Он сказал: «Вы полетаете не на этом самолете год и поймете, что отсюда будет поедете не заходить». Мы сидим достаточно высоко от земли. Опять, в зависимости от компоновки, в зависимости от людей и топлива, в данный момент мы находимся 9 метров над уровнем земли. А на этом расстоянии скорость чувствуется совсем по-другому. Чувство скорости замедляется намного. Размах, длина у этого самолета 70 метров, 70 сантиметров. То есть входить в развороты именно на земле в нем не то что проблематично, надо подготовить самолет к этому повороту. У этого самолета 18 колес. Дело в том, что передние колеса и, что называется, main body gears, они поворачиваются тоже, внутренние колеса, для того, чтобы именно радиус поворота был меньше. Моя жена после рейса, например, из Канкуна, который длится 13 часов, я прихожу домой, она говорит: «Иди гуляй с собакой». Я говорю: «Ну как же, тут 13 часов пролетело». Она говорит: «Что ж вы там делаете? У вас же большая кнопка, которая нажимается, и вы летите, и все, у вас 2 экипажа, потому что сменный самолет может зайти на посадку без вашего участия? Может. Сесть сам сможет? Сможет. Ну вот, у нее такое отношение.
она, это, конечно, с долей шутки она говорит, но в основном отношение такое, что пилоты, это именно пилоты, которые сидят впереди и нажимают кнопки. А в реальности, если с самого начала начать, то перелет 14 часов и через 9 часовых зон не очень хорош для твоего организма. Если, опять же, по аналогии представить, сядьте перед окном и смотрите в это окно 14 часов. Что будет с организмом через 14 часов? Конечно, кабина достаточно большая, можно встать, сделать зарядку, но именно то напряжение, которое ты летишь через Атлантику, его достаточно тяжело передать. Потом мы, опять же, приходим не только к рабочему времени, не только к физической способности пилотов летать, а именно к ментальности. Рейс достаточно длинный. Мы пересекаем несколько стран. Мы выходим в Атлантический океан, обычно по северам. Такие моменты бывают, что мы не разговариваем ни с кем час, иногда чуть меньше, 30 минут, 40 минут. Самолет хороший, все системы работают замечательно, но еще плюс к этому мы должны вести свои планы, свои расчеты. Нету 10 минут там, где мы просто сидим, ничего не делаем. Надо подготовить разрешение в тот следующий день. Если, опять же, про Атлантику рассказывать, существует такое название МНПС. Это правило полета через Атлантический океан. Потому что станции УВД в основном нету. На радаре тебя видят крайне редко или тебя вообще не видят. Поэтому очень много расчетов идет именно в этот момент. Господин Google сказал, что каждый день через Атлантику пролетает 1000 самолетов. Вот утром в одну сторону на всех эшелонах самолеты летят. Не утром, а днем летят с востока на запад. И в западе они садятся в районе 12 часов. И в районе 2-3 часов вечера все улетают обратно в другую сторону. Это вот они летают по трекам. Мы же, когда летим в Канкун или на Кубу, нам приходится пересекать все вот эти треки. А если у тебя 1000 самолетов летит, и тебе надо пересекать эти треки, достаточно надо предполагать, что будет, и договориться всем. Аэродинамика одно из первых ключевых знаний, которое должен знать пилот. Говоря про этот самолет, он настолько большой, что управление самолетом обычно происходит через элерон. Это вы видели панели на крыле слева и справа. Одна поднимается вверх, другая поднимается вниз. Потому что крыло настолько большое, панели настолько длинные, они блокируются на скорости в зависимости от закрылок в районе 230 узлов. Поэтому они уже не двигаются. Двигаются только другие панели, которые называются speed brakes, которые стоят наверху крыла. И об этом надо знать, об этом надо помнить, потому что самолет становится не то, что менее управляемым, а с ним можно сделать намного меньше, чем на меньших скоростях. Но опять же, это все написано у нас в руководстве, и об этом знают все и помнят все. Другое – математика. Так как мы ведем карты полета, также мы ведем OFP, особенно это при полетах через Атлантику важно. Переходя через каждую точку, мы высчитываем, сколько времени нам займет до следующей точки, в зависимости от ветра, в зависимости от высоты, даже в зависимости от температуры. Этот самолет берет в среднем, опять же, в зависимости от компоновки, около 170 тонн топлива. Опять же, если мы наши вычисления не верны, мы можем прийти в аэропорт с достаточно меньшим количеством топлива, чем нам надо на уход второй круг или далее. Поэтому опять же мы проверяем топливо каждый раз. В данном самолете 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 топливных баков. Помпа, которая работает между ними, тоже надо проверять, тоже надо смотреть. Опять же мы говорили о том, что он настолько большой, 18 колес. В среднем мы везем с собой воды для людей, чтобы мыть руки, пить воду в районе 3 тонн воды. Опять же об этом надо помнить. Опять же надо помнить о всех клапанах, где она выходит, где она заходит. То есть вот все вот эти кнопки. Много всего.
все сюда приходим бывшими командирами, бывшими инструкторами с разных типов. Самолет большой, самолет удобный, самолет очень продуманный инженерами и механиками, которые занимались этим самолетом. Страха нет, есть просто удовольствие от того, что ты наконец-то достиг того, что ты можешь взять управление самолетом, который весит чуть меньше 400 тонн, поднять его и отвезти на расстояние больше 4000 миль. Просто путь постоянного обучения, постоянного совершенствования себя. Обучение в институте или обучение в летном училище, этого недостаточно. После летного училища любая компания, у которой существуют свои порядки, свои, что называется, РПП, мы должны проходить разные подготовки, их несколько десятков. Плюс каждые 6 месяцев мы должны ездить на тренажер, отрабатывать в основном все случаи, которые могут случиться с данным самолетом. Это каждые 6 месяцев. После этого у нас опять есть подготовка. Сейчас начинается зимний сезон, у нас грядет зимняя подготовка. Потому что надо вспомнить, опять же, как эти двигатели будут заводиться при минус 40 и летать при минус 60 градусах. Вот каждые 6 месяцев мы подтверждаем свою квалификацию. На тренажер обычно занимает 2 дня, который включает в себе 4 часа летного времени и столько же или еще более подготовки, даже не подготовки, а больше как экзамены, чтобы проверить тебя, не забыл ли ты, что тебе надо помнить. На тренажере в основном моделируется как раз стандартная ситуация. Взлет с отказавшим двигателем, пожар двигателя, пожар багажника. Отказ гидросистемы, отказ пневматики. Да, вот на тренажере 4 часа мы летаем, и мы не летаем больше 3 минут в ровном полете, когда ничего не случается. И поэтому 2 дня тренажеров, это считается очень много, не то что ментального, конечно, это достаточно тяжело, но еще и именно физического, потому что надо постоянно думать, постоянно надо что-то делать, постоянно надо включать или выключать разные и когда мы приезжаем на тренажер, вот эта книжка, которая называется QRH, Quick Reference Handbook, в принципе, через нее мы проходим через всю. Это все, в основном, все отказы, которые могут случиться на данном самолете. Разбивался как-то тренажер? Я нет. 747, опять, как я сказал, это замечательный самолет, но данной компоновки, как бы так корректно сказать. 747 достаточно старый самолет. Сама технология 747 достаточно старая. Не то, что данный самолет старый, а сама технология с горбом, с четырьмя двигателями. Сейчас многие компании переходят и многие инженера хотят сделать самолет с двумя двигателями, который будет намного экономичнее. Он будет уже сделан не из алюминия, а из каких-то более легких сплавов. Он будет летать выше, он будет летать быстрее, и он будет летать лучше. А 747 – это вот легенда. Я не знаю, пройдет, может быть, еще лет 40-50. Я думаю, 747 в данной компоновке, которые они как есть, они уже летать не будут. Им придет на смену что-то другое. Но все равно сама история 747 останется. Тут очень интересный факт. В кабине, в котором мы сидим, это 747-400. Относительно новый самолет, но вот сзади, если там посмотреть, есть, называется Smoky Back Handle. Ее оставили, эту дырку в самолете, чтобы ее специально там оставили, потому что на первых 5 самолетах, которые пришли в Pan American, там стоял Sextant. Дальше такой Sextant. Там сидел инженер, и везя 250, 300 или 400 человек, они по звездам определяли свое местонахождение. Кажется, интересный факт, но действительно правда. А про самолет будущего, опять же, как пилоту мне говорить сложно, потому что самолеты делают инженеры, а инженеры – механики. Конечно, они пытаются сделать все самое лучшее для нас, чтобы нам было удобно, чтобы нам было спокойно, чтобы мы летали на долгие расстояния очень тихо и хорошо.
Насчет самолета будущего, к нам приходит на смену 747-400, приходит 747-800. Относительно новый самолет, очень красивое, очень аэродинамическое крыло новое, новые двигатели. Он, взлетная масса у него намного больше, чем у 747-400, он длиннее, и, насколько я понял, он намного экономичнее, относительно, он экономичнее, чем 747-400. Может быть, вот это будет следующим самолетом. Но действительно, все, кто летает на 747, я еще никогда не встречал ни одного, кто бы сказал, что мне не нравится этот самолет. Все ждали этот самолет, все хотели на него сесть, и где есть еще самолет, где сзади существует две кровати, где можно просто пойти отдохнуть, именно в кабине пилота. Существует маленький набор цифр, где ты можешь позвонить на любую стойку и заказать кофе. То есть сама идея с автоматом кофе в кабине, она в принципе отсутствует. Да, следующий самолет намного будет интересен именно в процессе переучивания на него. Я не знаю, как летать, но новые системы, новые книги. Ну, сами понимаете, что пилоты читают очень много технической литературы. Они читают техническую литературу в основном не потому, что им надо, а в основном, что им просто нравится. Нам нравится читать учебник физики за 9 класс. Просто потому, что это интересно. Ну вот мы, в принципе, закончили с кабиной пилотов. Еще немаловажный факт. Здесь у нас находится дверь в кабину отдыха экипажа. Здесь две койки для капитана и для второго пилота. Так что вот дверь. И опять же свой кондиционер. Дело в том, что по законодательству мы не можем летать определенное количество часов. А на этом самолете мы делаем такие рейсы, которые переходит границу нашего рабочего времени, и хотя для этого самолета нужен один пилот-капитан и один второй пилот, но именно из-за того, что времени, мы летаем двойным экипажем, то есть два капитана, два вторых пилота. И в то время, когда один капитан и второй пилот летят, все остальные отдыхают. И мы проходим в стойку, верхнюю стойку бортпроводников. Это один из немногих самолетов, у которого существует лифт для поднятия еды вверх и вниз. Находится он здесь. Сюда заезжает железная каналка, и опускается вниз. А далее мы спускаемся вниз по этой лестнице. Малоинтересный факт, но здесь 14 ступенек. Почему 14? Дело в том, что Boeing 747 классика, вместо этих ступенек была винтовая лестница. Впереди был бар. Потом они решили, что лучше поставить туда некоторое количество кресел и убрать бар, потому что бар не приносил столько много финансовых доходов. Когда они поставили ступеньки, а высота ступеньки во всем мире считается 7 дюймов, они поняли, что здесь есть 13 ступенек, а 13 ступенек – это нехорошее число. И у Боинга не может быть 13 ряда или 13 ступенек. Поэтому каждая ступенька была надрезана на четверть дюйма, и из 13 ступенек получилось 14. Поднимаемся в комнату отдыха экипажа. Это мы находимся в хвосте Боинга 747-400. Как видите, здесь достаточно много лежачих мест и еще два сидящих. Перелеты длинные, долгие, поэтому экипажу надо тоже отдыхать. И вот здесь они отдыхают.